что, дорогие друзья, ну, очень долго мы искали Нестора Махно, второго, ну, и последнего, наверное, кого мы хотели бы увидеть на кладбище Пер-Лашес. Нашли. Нашли, короче, это второй этаж. Обратите внимание, ему дали сигаретку, для него тарелочка есть и флаг Украины с трезубцем, хотя вряд ли бы Нестор Иванович одобрил бы флаг Украины с трезубцем, потому что Нестор Махно был анархист и создал, наверное, самое, ну, наверное, вот как бы я считаю, идеальное государство, гуляй-поле на территории Украины в гражданскую войну, где, например, с крестьян не брали никакого оброка, никакого налога. Он, вот как бы, то, что называется анархия мать порядка, то самое Махно и попытался воплотить в жизнь. Я очень рад, что дошел до его могилы и вот могу прикоснуться к ней, потому что это был человек действительно не просто, как говорится, это шалобол или там фуфломет. А если он за анархию, то вот он и попытался создать государство гуляй-поле именно по принципам анархии. Вот, поэтому я как бы кланяюсь Махну. Как пел Егор Летов, при любом госстрое я партизан, при любом режиме я анархист. Вот Махно был анархистом при любом режиме. А курение, Нестор Иванович. Положу сигарету. Уважаемые, короче говоря, мы попытались найти с помощью ютуберов могилу, да, но не нашли. Пытаемся вам объяснить. Смотрите, вот этот вход, крыльцо в крематорий, он вот так вот выглядит. Вы от этого входа, от этого крыльца идете направо сразу. Вот лестница. Здесь еще один вход, такой промежуточный вход на кладбище с переулком. Поднимаетесь по лестнице, и вот буквально сразу вы находите могилу Махно. То есть, по большому счету, не очень трудно объяснить, как она находится, где она находится. Ну, мы искали час. Ну, мы искали, да мы, как бы, у нас времени-то дохерища, но мы решили найти.